Кто хочет поговорить про деньги? Я сделаю общую работу для всех. Так как это видео посмотрит сотни тысяч человек, то мне нужно и показать эту работу для большого количества случаев. Дайте чудо, и у меня все будет в порядке. У меня чуда нет. Где бы денег найти? Вот как бы найти денег? А что происходит? Я сделала фокус-покус. Вам нахрен деньги не нужны. Мне стало не по себе после того, как я признался перед всем залом. Ну все, не нужны деньги. Расходимся. Вот я бы, вот любовь хотел бы. И вот так вот, чтобы она вышла на сцену и вокруг нее танцевать. У нас сценария этого не было. Про это можно, да? Мы потом вырежем, если что. Ну, нормально общались. Можно было уже это про деньги, да, а не про маму. Здравствуй, мама. Я сказала. Мать, слушай. Да, мама. Хорошо, мама. Мама, что происходит? Мне кажется, мы сейчас тут устраиваем личную жизнь Сергея. Погоди, Серега, сначала мою. Давай поженимся, это другой выпуск. И это шоу «Метод», шоу без сценария. Сегодня я хочу с вами разобрать тему денег и посмотреть, что для вас это значит. Поехали. Так, как бы с вами поговорить про деньги? Кто хочет? Не, ну не все. Да, давай с тобой. Вы сейчас удивитесь. Как тебя зовут? Меня зовут Радмила. Как? Радмила. Хорошо, зачем тебе деньги? В целом, ну вообще, какие у меня отношения с деньгами? В целом, я помогающий специалист, немножко волнуюсь, честно. Не-не, зачем тебе деньги? Для жизни, для того, чтобы иметь возможность жить так, как мне хочется. Позволять себе жить в том числе. Вот у меня какая-то такая связка сейчас идет. Позволять себе жить? Да. А без денег? А без денег, ну, наверное, жизнь не будет такой, какой хотелось бы ее видеть. Я вообще в целом сама родом из деревни. Я родилась в деревне. Нет, подожди. Угу. Что у тебя будет без денег? Без денег, признание. Без денег у тебя будет признание? Не будет признания. Нет, что у тебя будет без денег? Что с тобой будет без денег? Я думаю, что это постоянная апатия, тревожность, стресс, ощущение, будто бы чего-то не хватает, как будто бы не можешь себе позволить того, чего ты хочешь в жизни. Какая-то странная конструкция. Согласна. Сама сейчас говорю и думаю, как-то все очень запутано. Скажи, и похоже на то? И похоже на то. Что я в деньгах? Что я в деньгах. Разместила маму? Разместила маму. Я даю этому место? Я даю этому место. Скажи, мама? Мама. Я хочу твоего признания. Я хочу твоего признания. Я хочу доказать? Я хочу доказать, что я хорошая дочь. Что я хорошая дочь. Я даю этому место. Я даю этому место. Как себя чувствуешь? Такая волна по телу проходит. Немножко тревожно. Но в целом, да, это правда. Мне нужно как-то показать более широкий пласт взаимоотношений с деньгами, а не конкретно твою историю. Сейчас я подумаю, как это сделать для того, чтобы людям было понятно. Давай я это сделаю так. Я сделаю общую работу для всех.
Я выберу среднего человека, представителя зала, и фигуру денег. И мы посмотрим, что у вас там размещено. Спасибо тебе. И, да, я тебя отпущу. Просто если рассматривать локально чью-то историю кого-то из вас, да, это будет очень узкая тема. Там у кого-то вылезет мама, у кого-то вылезет там тема свободы. Но это все равно будет локальная история. А так как это видео потом посмотрит сотни тысяч человек, то мне нужно и показать эту работу для большого количества случаев. Так, средний человек-представитель зала. Боже мой, какие... Сейчас. Так, да, давайте мужчина. Да. И фигура денег. Пока присаживайтесь, сейчас я фигуру денег найду. Это, видимо, вот ваша тема, да, что все время сейчас денег найду, не могу денег найти. Где бы денег найти? Вот как бы найти денег? Понимаешь, никак не могу денег найти. Где валяются, непонятно. Я вот смотрю, людей много, а денег нет. Понимаете? Да что ж такое-то, а? Где деньги, Зин? Да, давайте, да. Нет. Это... С красной помадой. Как тебя зовут? Добрый вечер. Меня зовут Сергей. А тебя как? Меня зовут Вика. Сергей — это средний представитель зала или всех тех, кто будет смотреть, а Вика — это фигура денег. Так, Вику вытащили, это фигура денег. Сергея умного, прокачанного, со своими проекциями тоже вытащили. И считываем чувства зала. Они могут совершенно не совпадать с тем, как конкретно у тебя. Как ты себя чувствуешь? Чувствую, как будто что-то жду. Как будто жду чуда. Угу. Дайте чудо, и у меня все будет в порядке. Угу. У меня чуда нет. Это не ко мне. Хорошо. Как себя фигура денег чувствует? Отлично, спокойно сейчас. Хорошо. Видишь ли ты фигуру денег? Да, стало полегче. Стало полегче, когда отпустила чудо? Когда фигура денег что-то сказала. Они где-то есть в природе, да? Да, и они красивые. Это понятно. Так, Сергея снова вытаскиваю. Засмущалась. Видишь ли ты фигуру денег? Да. Какие чувства туда? Такая мудрая, грозная фигура. Грозная? Да, грозная. Скажи, и похоже на то? Похоже на то. А что я боюсь денег? Скажи, мне только чуть-чуть? Мне только чуть-чуть. На хлебушек? На хлебушек. И на квартирку? И на квартирку. Больше не надо? Больше не надо. Как ты себя чувствуешь? Я вообще абсолютно спокойна. Видишь ли его? Вижу, но только сейчас, когда вот мы стали, да, взаимодействовать, он что-то стал говорить. А до этого он говорил, что он меня видит, но в глаза вообще не смотрел. Угу. Я на это обратила внимание. Как ты себя чувствуешь? Удивительно, но она не такая, какая кажется. Ну, фигура денег. То есть она оказалась совсем другой. То есть сначала я думал, что с ней можно шутить, а оказывается, она все знает.
Да, деньги не для шуток. Как ты себя чувствуешь? Твои чувства какие? Хочется успокоиться и из этого состояния, наверное, что-то делать. Спокойствия не хватает. Не хватает спокойствия. Не хватает безопасности и спокойствия. Мне нужна еще одна фигура. Да, девушка в клетчатом пиджаке. Сергей очень правильно сказал, что деньги не такие, как казались на первый взгляд. И они состоят из другого. Это действительно так. И безопасность. Да, заходи. Ты фигура безопасности. Иди сюда. Вот я беру фокус-покус из фигуры денег, вытаскиваю безопасность, ставлю ее отдельной фигурой. И смотрите, все его внимание в безопасности. Вам нахрен деньги не нужны. Вы думаете, что в деньгах есть вот это? А в деньгах этого нет. Деньги вообще не дают безопасность. Вообще. Ее там нет. Ни в каком виде. Как ты себя чувствуешь? Пока очень волнительно. А как тебя зовут? Катя. Катя, очень волнительно. А ты-то что волнительно? Это же безопасность. Какая-то тревожная у вас безопасность. Да, да, вытащили Катю. Тебе комфортно вообще на сцене? Да. Да? Хорошо. Актриса, что ли? Обучаю ораторскому искусству и веду мероприятия. Вот. Как сейчас? Получше. Mm-hmm. Уходит волнение. Mm-hmm. А он так и не сводит взгляда, понимаете? С безопасности. Давайте я еще одного человека возьму, мы так ускорим процесс. Да, молодой человек, да. Становись сюда, пожалуйста. Как тебя зовут? Константин. Константин. Побудь, пожалуйста, фигурой свободы. Я из денег... Вытаскиваю свободу. Ну, мало ли, может, кто-то хотел стать свободным, тра-та-та, чтобы чувствовать себя свободным. Видишь ли ты эту фигуру? Свобода. Не особо. Не особо. Можно сказать? Говори. А в свободе есть ответственность? Не знаю. Если бы была ответственность в свободе. Я вам тут не мешаю. Простите. Чувствуй. Ты не думай, ты чувствуй. Да. Ты слишком много думаешь. Тут же дело не в том, чтобы тебе самому пройти. Нужно их провести. А для этого чувствуй то, что чувствуют они. Сергея снова вытаскиваем. В свободе есть своя красота. Я так чувствую. Ты видишь эту фигуру? Да, эту вижу фигуру. Видишь фигуру денег? Деньги вижу, но не так важно для меня сейчас это. Угу. Ну все, не нужны деньги. Расходимся. Видишь фигуру безопасности? Очень она мне нравится. Угу. Так. Хорошо. Ладно, давайте теоретическую часть вам дам, чтобы объяснить, что происходит. Вот в эту прекрасную, красивую фигуру денег многие люди разместили вообще все, что ни попадя.
свободу, безопасность, коммуникацию с людьми, любовь, отношения, там, проявления, и вдруг они всем что-то должны, да? Как земля колхозу. Вот. Но дело в том, что ничего из этого в деньгах нет вообще. Вообще. И многие люди вообще не понимают, зачем им деньги. И все намерения, которые закладывают на деньги, они являются либо искаженными, либо неэкологичными. Кто-то хочет денег для того, чтобы доказать соседу, что вот я круче, чем ты, я красавчик, а ты челядь. Кто-то хочет, ну, там, похвастаться, кто-то думает, что он сможет обезопасить себя и дать какие-то гарантии. Скажи, я признаю и принимаю? Я признаю и принимаю. Что я хочу гарантий. Что я хочу гарантий. И я даю этому место. И я даю этому место. Скажи, Господи. Господи. Почему при рождении? Почему при рождении? Ты мне не дал никаких гарантий. Почему при рождении ты не дал мне никаких гарантий? На стабильный. На стабильный. Растущий доход. Растущий доход. Чтобы еще ничего не делать. Чтоб вообще ничего не делать. Я даю этому место. Я даю этому место. А, и люди хотят гарантий на свою жизнь. Гарантии, что точно все будет классно. А классно – это так, как вы себе придумали в голове. То есть не так, как классно будет на самом деле, а вот как нафантазировали. Вот. И это все, как в такую сливную яму, разместили в деньгах. Не понимая вообще, какую функцию и задачу несут в себе деньги. Как себя фигура свободы чувствует? Спокойно. Видишь ли ты фигуру денег? Вижу. Хорошо. Но так как у вас очень много внимания на безопасности и на гарантиях. Безопасность у вас будет не тогда, когда вы сколько-то денег получите, а тогда, когда вы это чувство сформируете, что ли. А формируется оно изначально в ваших взаимоотношениях с мамой и папой. Потому что мама и папа — это первые люди, кто дает вам безопасность или не дает. Например, то, что происходило с мамой и как она с вами контактировала, когда вы были у нее в животе. Было ли вам там безопасно или нет? Или был риск, что мама может вас убить? Было ли вам безопасно вместе с мамой, когда вы были младенцем? Было ли вам безопасно рядом с мамой, когда вы были маленьким ребенком? Или мама для вас была тем самым насильником? И получалось такое двойное чувство. С одной стороны, этот человек вам дал жизнь, да, и мама в этом богиня. Но с другой стороны, это тот же человек, который, например, все детство мог вас убивать. И тогда, если во взаимоотношениях с мамой у вас нет безопасности, то это чувство не сформировано. Базового чувства безопасности и доверия миру его нет. И вы такие: я все понял, мне тогда надо заработать денег. Вот заработаю денег, тогда я получу чувство безопасности. Но нет, оно находится в отношениях с мамой. Мне нужна мать 2023 года. Сейчас. Ну какая ты мать, боже, дитё. Сейчас. Мне нужна прям мать. Скажи, я признаю и принимаю? Я признаю и принимаю. Что отношения с мамой? Что отношения с мамой? Для меня это самое сложное. Для меня это самое сложное.
Скажи, вот что угодно. Все, что угодно. Лишь бы не мама. Лишь бы не мама. Потому что я смотрю, я даже мать не могу выбрать. И такой выдох по залу. Да, давайте, женщина, да. Да, вы. Скажите, ну нормально общались, можно было уже это про деньги, да, а не про маму? Хотя это вот та же самая история, да, с чего мы с тобой начали. Видимо, это популярная тема. Как вас зовут? Лариса. Это фигура твоей мамы. Здравствуй, мама. Как себя чувствуешь? Как уш на сковородке, да? Ну, вообще под пристальным взглядом, да. Так, под наблюдением. То есть я извиваюсь. Угу. Мне не очень комфортно. На меня давит ее опыт. Жизненный. Так, пока притормаживаем, а то ты сейчас без меня всю работу сделаешь. Как себя фигура мамы чувствует? Уверенно. Угу. Скажи, дорогой? Дорогой. Ты без меня? Ты без меня. И шага не сделаешь? И шага не сделаешь. Я сказала. Я сказала. Мать, слушай. Мать, слушай. Чувствуется, да, что человеку очень хочется безопасности. Как ты себя чувствуешь? Ну, в общем, во мне поднимается много чувств разных, смешанных, и они не про любовь. Не про любовь? Не про любовь. Нет? Ну, хотя чуть-чуть про любовь. Но сначала нет. Но сначала, да, некомфортно. Как себя фигура безопасности чувствует? Спокойно, уверенно. Деньги? А я вообще расслабилась, когда вышла фигура мамы. Мне легче стало. Деньги подотпустила. Что, придется с мамой разбираться? А что у тебя с мамой, с твоей? Как маму зовут? Маму зовут Людмила. После... А вас как? Ну, в общем, сепарация не пройдена, наверное. Потому что я думал, что она пройдена, но после того, как умер отец, я начал играть другие роли для мамы. Мужа? И мужа, и сына, который еще как-то не вырос. И, в общем, и она мне помогает с детьми, я сам воспитываю двух детей. Вот, ну, так получилось. И в какой-то мы связке все вместе. То есть я не нашел горничную или там няню. В общем, мама везде. Угу. Хорошо. Хорошо. С чего бы начать? Скажи, мама. Мама. Я не хочу тебя отпускать. Я не хочу тебя отпускать. Поэтому я хочу быть маленьким. Поэтому я хочу быть маленьким. Мне очень страшно. Мне очень страшно. Что когда-нибудь и ты уйдешь. Что когда-нибудь ты уйдешь. Я даю этому место. Я даю этому место. Как себя чувствуешь? Ну, внутри как-то начал... Страх как-то вот этот вот подниматься в качестве слез и всего остального, то, что смерть мамы. И, конечно, этому идет разрешение какое-то внутри. Вот. Идет какая-то волна энергии вверх. Угу. Скажи, я признаю и принимаю? Я признаю и принимаю. Всех тех в моем роду? Всех тех в моем роду. И в моих реинкарнациях. И в моих реинкарнациях. Кто терял матерей? Кто терял матерей? В родах. В родах. Я даю этому место. Я даю этому место. Я принимаю этот опыт. Я принимаю этот опыт. Ровно по той цене. Ровно по той цене. По которой он мне достался.
по которой мне это досталось. Скажи, мама. Мама. Я очень боюсь тебя потерять. Мама, я очень боюсь тебя потерять. Как себя чувствует фигура мамы? Хорошо, спокойно. Не хочется его обнять. Дать ему свою любовь, свою поддержку. Мама, по-моему, при смерти сама. Нет, просто его слова такие, то, что он боится потерять меня. Я всегда рядом. Я всегда буду рядом. Рядом в его сердце, в жизни. Угу. Хорошо. В общем, хотите обняться, обнимитесь. Я пока еще одну фигуру поищу. Спасибо. Кстати, у мужчин, у всех мужчин самая заряженная тема всегда — это мама. Всегда. Так что вообще не промахнетесь, если вы мужчины и будете работать с темой матери. Так, мне нужна фигура, фигура, фигура. Нет. Да, давай, белые рубашечки. Да. Я не тебя звала. Нет. Что за прикол такой, что по два человека выходят? Скажи, и похоже на то? И похоже на то? Что я живу за двоих. Я живу за двоих. Я даю этому место. Я даю этому место. Потому что, по-моему, тебе, да, фигуру денег звала тоже, два человека поднималась. Как тебя зовут? Меня зовут Оля. Побудь, пожалуйста, фигурой жизни. Жизни среднего заместителя. Что-то в фигуре жизни не очень хорошо. Как ты себя чувствуешь? Ой, так много всего. Много жизни, прям много. Только ко мне вернись, пожалуйста. Угу. Видишь ли ты фигуру жизни? Да, она очень красивая. Я ее сразу заметил. Ну, не как женщину, а вообще просто вот такая светлая. Угу. Прям вообще моя жизнь. Угу. Твоя жизнь пока в маме. Давай из мамы вытащу. Нет, мама, стойте. Хватит все контролировать. Из мамы вытащу твою жизнь. Скажи, я признаю и принимаю? Я признаю и принимаю. Разницу. Разницу. Между маминой жизнью. Между маминой жизнью. И своей жизнью. И своей жизнью. Я даю этому место. И я даю этому место. Как себя фигура жизни чувствует? Я его вижу, но будто бы частично. Будто бы его слова какие-то завуалированные. Как ты себя чувствуешь? Как будто я немножко нечестен с самим собой. Ну, не немножко, а нечестен. Скажи, и похоже на то? И похоже на то. Что свою жизнь? Что свою жизнь? Я не живу. Я не живу. И я даю этому место. И я даю этому место. Как сейчас себя чувствуешь? Как будто я себя обманул. Когда? Кто вздыхал? Мама? Мама, что происходит? Мама у тебя прям профессиональная страдалица.
мне тяжело от его слов, что он своей жизнью живет. Он реально живет и мою жизнь тоже. Как ты себя чувствуешь? У меня пришло, что как будто я хочу все сделать за Бога. Что? Как будто я все контролирую очень сильно, и как будто я хочу сделать, ну, работу Бога, то есть не доверяю Ему. Не знаю, ну, вот так идет. Ну, у тебя очень сильная связка с мамой. А если она реально умрет? Ну, когда-то это же все равно случится. Что с тобой будет? Буду жить дальше. Знаете, мультик такой есть, он даже без слов нарисован, когда женщина, мать сначала беременна была, потом родила ребенка и показывает... А, он, по-моему, так и называется, пуповина. Да, и на пуповине малыш. И потом этот малыш все старше, старше, старше становится вот с этой пуповиной, с матерью. А он живет всю жизнь, но свою жизнь так и не строит. Вот у меня почему-то сейчас вот эта ассоциация возникла с пуповиной. Что она до сих пор не разорвана. Как ты себя чувствуешь? Чувствую, что я в надежных руках. Как себя фигура жизни чувствует? Мне его жаль. Как себя мама чувствует? Тяжело. Тяжесть. Да что ж такое-то? Как будто он без меня не справится. Скажи, дорогой. Дорогой. Ты без меня. Ты без меня. Не справишься. Не справишься. Ты настолько немощный. Ты настолько немощный. Слабый. Слабый. Что я сделаю все? Что я сделаю все? Чтобы ты без меня. Чтобы ты без меня. Не справился. Не справился. Не справился. Не справился. Я настолько важная. Я настолько важная. И боюсь потерять эту важность. И боюсь потерять эту важность. Что транслирует тебе это? Что транслирует тебе это? А у ребенка так устроено, что любой ребенок защищает своего родителя и любит своего родителя. И он, скорее всего, здесь испытывает чувство, что типа «да, мама, хорошо, мама, да, мама». Да, мама, хорошо, мама. И вот они в таком симбиозе живут. Вы все в таком симбиозе живете. Каждый в своей форме. Есть у вас такое? Кто с мамочкой каждый день созванивается? Молодцы, детоньки. Каждый день с мамулечкой созваниваетесь. Но здесь вроде детей младше 18 лет нету, да? Да. Но с мамулечкой каждый день созваниваетесь. Так, что с тобой делать? Помочь. Может, обнять и плакать? Плакал уже очень много. Помочь. Как тебе помочь? Какие у тебя чувства к фигуре жизни? К своей? Хочу, чтобы она была во мне. И хочу почувствовать ее в себе, и чтобы не описывать ее снаружи. Угу. Для того, чтобы почувствовать свою жизнь, есть такая штука, как благодарность.
благодарность за сам факт жизни, за то, что ты дышишь, за то, что ты ходишь. Скажи маме. Мама. Мама, я благодарю тебя за жизнь. Не знаю. Мама, я благодарю тебя за жизнь. Смотрите, он подрос. Но я тебя за эту жизнь... Но я тебя за эту жизнь... Ничего не должен. Ничего не должен. Я ее принял от тебя безвозмездно. Я принял ее у тебя безвозмездно. Все, что я могу сделать... Все, что могу я сделать... Это передать жизнь дальше. Это передать жизнь дальше. Своим детям. Своим детям. Как себя мама чувствует? Спокойнее. Я чувствую его силу, что он действительно... Фигура попал. Жизни. А встань за спину к нему, пожалуйста. А прям можно... вот, подойти и вот, вот, вот так вот. Угу. Так, так, так. Взбодрился человек, ожил. Как себя чувствуешь? После слов благодарности почувствовал, что внутри, в сердце, прямо пошла вот такая волна классная. И... мне вот этого не хватает по жизни. Просто благодарить. Угу. За все. И себя. И... Благодарность, она делает потрясающую вещь в душе каждого человека. Вы можете почувствовать то, за что вы благодарите. Пока нет благодарности, то вы даже не можете себе присвоить какие-то вещи, что вы что-то сделали и там чего-то достигли, или вы можете увидеть, как вас любит другой человек, как он о вас заботится через благодарность к нему. Скажи, мама, благодарю тебя за твой вклад. Мама, благодарю тебя за твой вклад. В меня и мою жизнь. За меня и за мою жизнь. Угу. Как ты себя чувствуешь? Как ты себя чувствуешь? Честно? Да. Я представил, что любви не хватает. Тебе? Да. Вот я бы вот любовь хотел бы. И вот так вот, чтобы она вышла на сцену и вокруг нее танцевать. Да? У нас в сценарии этого не было. Значит, деньги уже не нужны, да? Уже любовь подавай. Что, Любки взбодрились, начали поднимать руки. Мама, как себя чувствуешь? Хорошо. По-моему, сын... Взбодрился. Взбодрился, да. Хорошо. Видишь ли фигуру денег? Да. Он все примоститься хочет к жизни своей, да? Какие чувства к фигуре денег? Ну, обычная. И если бы я прошел мимо в толпе, то я бы не заметил ее. А сначала это было яркое, привлекательное, да. А тут сейчас обычное. Давай из тебя маму вытащим. Тон. Началось.
а что это? Опять на маму все пришло. А что происходит? Я сделала фокус-покус, и вот из этой обычной женщины вытащила твою мать и разместила ее в фигуре матери. Произошло нечто, то есть что-то очень необычное сейчас. Да? Как тебе сейчас фигура денег? Она... с любовью. Какой-то чудеса. С любовью она? Ну да, она такая, знаете, как это, Джоконда, вот такая интересная. Только что была обычная. А я даже слово это не знаю, Джоконда, откуда оно появилось. Какие чувства к этой фигуре? Ну, хочется... Ну, ее хочется. У нее такие классные щечки. Мне кажется, мы сейчас тут устраиваем личную жизнь Сергея. Погоди, Серега, сначала мою. Дай со свободой, что ли, поговорю. Как себя свобода чувствуешь? С кольцом свобода, ладно. Как себя чувствуешь? Великолепно. По-моему, у тебя вообще дела лучше всего. Я абсолютно. Вначале было волнение, а потом просто... Я на своем месте. Как у тебя с мамой? У меня регулярно прорабатываю, нормально. Поговорил, благословение попросил, получил. Все как полагается. Вообще. Специально съездил, да. Да ты, видимо, смотрел другие выпуски. Я уже на третьем пришел. Бальзам на душу, бальзам. Так, Серегу вытаскиваем. Твою личную жизнь мы не устраиваем. Давай поженимся, это другой выпуск. А может, ну нафиг, деньги, нет? Все, я поняла. Хорошо. Мне нужна девушка. Нужна девушка. Благо, выбор шикарный. Так, ой, что-то... Сейчас какую-нибудь тебе прям очень... А, вот, давай с первого ряда. Красивая девушка. Я тебе красивую девушку выбрала. Привет. Маменька. Как тебя зовут? Меня зовут Александра. Александра. А, это твой партнер. Александра. Делаем несколько махинаций. Из мамы вытаскиваем твою любовную женщину в твоего партнера. Мама — это мама. С ней спать нельзя. А вот с ней можно. Ну, с фигурой этой женщины. Минуту внимания, потом я вас оставлю. Из денег мы вытаскиваем твоего партнера. Скажи, я признаю и принимаю. Я признаю и принимаю. Что я в партнере? Что я в партнере? Видел деньги. Видел деньги. Здесь, конечно, не очень удачно, что я средним заместителем выбрала мужчину. Но если бы здесь стояла женщина, стопудово вы в своих мужиках видите кошелек. Что, типа, нужен мужик, чтобы он содержал, обеспечивал, денег давал и так далее. И смотрите на партнера, как на деньги. Ну, вот буквально две сцены назад она куда-то ушла. Жизнь? Ну, отдалилась как-то так вот, холодок от нее почувствовал. Там все нормально. Ты и так вокруг себя кучу женщин собрала. Какие чувства к партнеру? Ну, интересно, интересно, как, кто она такая, что она о себе думает. Мне тоже интересно, что я о себе думаю. Хотелось бы узнать, наполнена она? Чем? Любовью.
Биология, пятый класс. В первую очередь ты ее должен хотеть. А уж потом ты будешь смотреть, наполнена, чем наполнена и так далее. Про это можно, да? Мы потом вырежем, если что. Ну, вообще, я ее еще тогда заметил. Да ты тут всех заметил, понимаешь? Девочки, он вас всех уже заметил. Ну, она такая шла. Серега. Значит, стоит такой, чтобы и жизнь не отходила, и мамка, чтобы была рядом, и партнер, и деньги симпатичные, да? И вообще, если б я был султан, я бы имел трех жен. Ла-ла-ла-ла. Молодец, да? Как ты себя чувствуешь? Ну, жалко себя. Ну, все думают, что я избалованный. Ну, как бы... Ну, если... Ну, много чувств. Ну. Что ты чувствуешь? Где-то внутри воодушевление. Я чувствую, что я вместе с вами, со всеми. Вот, ну, и просто мне от этого очень легко. Мне просто легко, и я чувствую доверие, и что я раскрытый, и меня, ну, принимают. Угу. Зачем тебе вообще это все? Вот партнер, деньги, безопасность, вот мама, там дети, вот жизнь. Тебе вот вообще зачем это все? Какая-то вот чтобы что? Я хочу понять, кто я. А кто ты? Я хочу через этих фигуру, через этих людей построить с самим собой отношения. Я слышу какие-то намеки, какие-то внутри высказывания себя. Я постоянно этот диалог веду всю жизнь. Я хочу понять, кто я. А как ты это поймешь, кто ты? Когда я честен с собой, когда я к себе приближаюсь, я чувствую любовь. А ты часто себя предаешь? Предавал часто. Зачем? Из-за страхов. Было страшно. Было страшно думать даже о страхах. Было страшно брать на себя ответственность. Очень страшно. Но когда я сделал это и посмотрел свои страхи, я увидел там огромную батарейку с энергией. Огромную. То, что я туда складывал годами, десятилетиями. Я вскрыл это и полетел. Быть собой реально очень страшно. Быть таким, каким ты являешься. Делать то, что ты делаешь. То, что тебе нравится. То, что тебе хочется. Это не просто страшно, а это еще и вызывает массу осуждения у тех, кто так не делает. Потому что хотят-то все быть собой.
вот эту встречу с собой организовать. Но когда ты соединен сам с собой, приходят другие люди и начинают транслировать, каким тебе нужно стать. И это могут быть очень близкие люди, авторитетные люди. Быть самим собой. И будут те, кому это не понравится. Будут те, кто будет против этого. Будут те, кто будет интерпретировать, что с вами что-то не так, или с тем, что вы делаете, что-то не так. Как ты себя чувствуешь? Сейчас на своем месте. Я справлюсь. Угу. Скажи, я признаю и принимаю? Я признаю и принимаю. Что я такой, какой есть? Что я такой, какой есть? Я даю этому место. Я даю этому место. Я принимаю себя? Я принимаю себя. Таким, какой я есть. Таким, какой я есть. И даю этому место. И даю этому место. Как себя чувствуешь? На своем месте. Угу. Нет сомнений. Как тебе фигура денег сейчас? В порядке. Она со мной. Угу. А вот из вот этого понимания, что какой ты есть, из понимания своих истинных желаний или предназначения, что бы ты хотел создавать? Создавать, что бы ты хотел? Как ты, вот смотри, ты есть такой, какой ты есть. И вот ты в мир как-то проявляешься. Неважно как, там, может, через детей или через свои проекты, через проявление себя. Что бы ты хотела создавать вот в этих проявлениях? Вот я, например, создаю шоу-метод, да, там обучение, еще что-то. Что ты создаешь? Или что ты хочешь создавать? Я точно знаю. Я хотел бы говорить о любви. Говорить о любви? Да. Я как-то услышал хорошие слова, которые мне очень сильно запомнились, что все люди, которые приходят к психологу в той или иной мере с одними проблемами или с другими, они все ищут любви. И я точно знаю, что я хотел бы говорить об этом. Я хотел бы, когда ко мне приходит человек... А чем ты занимаешься? Сейчас я пошел учиться на психолога. Жизнь так повернулась, ой-ой-ой. Даже не думал. Ты хочешь говорить о любви? Это очень глубоко. И когда ты приглашаешь в свою светлую комнату людей, в чистую светлую комнату, это очень глубоко. Что еще ты бы хотел создавать? Говорить о любви можно, ну, в целом и сейчас. Как в материальном мире это можно проявить? Проявлять себя, вот как сейчас. Я разговариваю с людьми, они меня слышат. Как ты хочешь, что ты хочешь создавать? Создавать продукт. Ну, какой? Когда каждый из людей может себя спокойно показать, проявить, почувствовать поддержку. Не идет, да? А вот я спрашиваю, да, и каждый раз это что-то, ну, непонятное. Что-то непонятное. Скажи, я признаю и принимаю. Я признаю и принимаю. Что я не знаю. Что я не знаю. Что я буду создавать. Что я буду создавать. Скажи, я умею потреблять. Я умею потреблять. Но не умею создавать. Но не умею создавать.
И я даю этому место. Я даю этому место. У кого также потреблять умеет, а создавать не знает, что. Угу. Вот в этом-то и есть, мы уже прям приближаемся до сути. Давайте я вам теоретическую часть дам, для того, чтобы вы понимали. Вот эта прекрасная фигура, фигура денег, ты мне очень нравишься. Мужчины, вам не кошелек, деньги вам не мама. Вот эта прекрасная фигура, она выполняет очень потрясающую функцию. Не для того, чтобы вы оплатили себе ипотеку и бутерброд. Изначально эта фигура, фигура денег, дается для того, чтобы люди что-то создавали. Когда у вас нет этой энергии Творца создать что-то, то есть энергия только мне бы ипотеку, да машину, да бутерброд повкуснее в крутом ресторане, либо взять пачку и маме вот так вот помахать веером, то нет этого заряда энергии денег. Когда вы переключаетесь на то, что я знаю, что я хочу создать, не спасти других людей, а для себя. От чего мне будет классно и хорошо? Что вот мне самой или самому будет классно? Это, знаете, вот такая энергия идеи, когда вам жутко нравится сама идея. Когда вам прям очень классно в самой идее. Люди, кто занимается каким-то бизнесом, особенно если много лет занимается каким-то бизнесом, вы обратите внимание, они же фанатики. Они фанатики своего дела. Да, они не могут этим не заниматься. Вот если человек производит что-то или там занимается чем-то, где он реально на своем месте, он же вот все время в этом находится. Так что люди вот с такой энергией Творца, что я буду создавать, и если вдруг эти проекты, которые ты или вы захотите создать, они нужны большому количеству людей, нужны, это значит, что они как-то, эти проекты, делают жизнь человека лучше, то деньги под это приходят. Но они приходят ровно под это, до копейки. Если вы не знаете, зачем вам деньги, ну типа, всегда найду на что потратить, пусть миллиончик лежит, а там разберемся. Это в вас говорит безопасность. И дело не в миллиончике. Тогда идете разбираться с мамой. Тогда на самом деле вы хотите отношений с мамой, а не денег. Это вообще не та история. Так вот, что вы будете создавать? Что вы будете создавать? И как это поможет другим людям? Если вдруг у вас нет ответа на этот вопрос, особенно как это может помочь большому количеству людей, то тогда доступа к большому количеству вот этих ресурсов у вас нет. Ну, оно просто незачем. И тогда вот эта фигура у вас присутствует исключительно на уровне выживания. Уровень выживания. С голода никто не умрет. Минимум прожиточный в виде бутерброда и крыши над головой он будет.
Ну, то есть у жизни глобально есть задача, чтобы вы жили дальше. Вот. Если все ваши мысли о том, зачем вам вот эта фигура, сводятся только к тому, чтобы крыша была пошире, а бутерброд повкуснее, ну, это все равно очень такая эволюционно-тупиковая ветвь. Как ты себя чувствуешь? Мне стало не по себе после того, как я признался перед всем залом. И какой-то даже хвостик эго увидел. Потом я подумал, что я должен что-то прямо сейчас себе достать, прямо вот сейчас. А потом, после твоих слов, я понял, что я хочу просто учиться. Mm-hmm. Я хочу учиться у людей, я хочу... Мне кайфово учиться. Я хочу обучаться. И даже если я сейчас что-то не готов сделать, то просто я хочу учиться. Угу. Мне от этого кайф. Класс. Не надо пытаться быть идеальным сразу. Все люди не идеальны. Вы никогда не знаете, какой ценой человеку это дается. Сколько ошибок там было сделано и сколько слез пролито. Хорошо. Я бы хотела вот прям на этом сделать акцент, чтобы вы раскрывали в себе свои проекты, что вы будете создавать, чтобы вы поднимали в себе вот эту энергию творчества и что вы хотите оставить после себя. Кто-то оставляет после себя детей. И это тоже хороший вариант в эту сторону, здорово двигаться. А кто-то оставляет после себя книги, парки. Я как-то встречалась с одним предпринимателем на обед. Очень интересный человек. И я как раз... Тогда на тот момент заработала, по-моему, ну, где-то вот 1,2 миллиона уже зарабатывала. Я ему задала вопрос. Я говорю, ну вот есть у меня эти 2 миллиона, в целом-то и на машину, и на квартиру хватает, прям даже на хорошую. Я говорю, а поделитесь со мной. Я прям запрашивала у него опыт. Я говорю, поделитесь, пожалуйста, со мной. Какая может быть мотивация расти дальше? Ну, чтобы что? Машину покруче или квартиру побольше? Ну, зачем? Какие смыслы? И он мне тогда сказал, что ты оставишь после себя? В чем ты продолжишься? И поиск вот этих смыслов, да, для чего делать, для чего, например, зарабатывать, для чего зарабатывать еще больше, чтобы что, в чем ты продолжишься дальше, что будет за пределами твоей жизни. Он говорит, попробуй увидеть, что бы ты хотела, чтобы было там спустя 100 лет, спустя 150. Как бы о тебе вспоминали, и что бы о тебе говорили, и вспоминали бы вообще. Я такая, ого, прикольный смысл, масштабненько. Так вот, если вы размещаете в деньгах только бутерброд, машину и квартиру, то поверьте, когда вы их получите, эти деньги, если у вас нет смысла жизни, то для вас получение этих денег будет очень разрушительным. Тогда отсутствие смысла жизни, оно только усилится. Скажи, я признаю и принимаю? Я признаю и понимаю. Всех тех в моем роду? Всех тех в моем роду. И в моих реинкарнациях? У мужчин какие-то проблемы с этим словом обычно.
И в моих реинкарнациях. И в моих реинкарнациях. Кто потерял смысл жизни. Кто потерял смысл жизни. И я даю им место. И я даю им место. Я принимаю этот опыт. Я принимаю этот опыт. Ровно по той цене. Ровно по той цене. По которой он мне достался. По которой он мне достался. И даю этому место. И даю этому место. Как себя чувствуешь? Очень хорошо. Угу. Продолжим. В общем, если у вас смысл жизни сведен к базовым потребностям, то это очень тупиковая ветвь развития. И тогда, когда вы получите то, о чем вы просили, вы пройдете через потерю смыслов. И если вдруг вы не экологично пройдете эту историю с потерями смыслов, не экологично, это значит, что разрушить все, чтобы снова остаться без денег, попасть на дно и с этого дна выбираться. Это нормальная такая жизнеобразующая конструкция, да? Подрос, провалился и так далее. И тогда вам придется искать совершенно новые смыслы. И эти смыслы, они должны быть такими, чтобы вам хватило надолго. Такая прям долгоиграющая. И эти смыслы, они должны касаться только вас. Ну, то есть спасти все человечество — это хреновый смысл. И конкретно в вашей жизни он не рабочий. Потому что каждый сам несет ответственность за свою жизнь. Вот. В целом, я бы вас хотела с этим оставить. Я давайте всем, кто смотрит, и вам тоже дам такое задание на подумать, чтобы вы ответили на несколько вопросов. В чем я продолжусь? В чем я продолжусь? За пределами своей жизни. Вот когда вас не станет, в чем вы продолжитесь? Точнее, в чем вы продолжитесь сейчас, что когда вас не станет, это продолжение будет проявлено. Желательно, чтобы это были не только дети, а что-то еще. А второе, какие проекты я буду создавать? Именно проекты. Какие проекты я буду создавать, которые очень зажигают меня и которые важны и ценны людям. И именно проекты, и это должно быть сформулировано прям материальным языком. Это не то, что я хочу говорить о любви, я вот это, а прям что конкретно? Я там напишу книгу такую-то, такую-то. Вот договорился с издательством, вот о том-то, да. Или я создам, там, не знаю, кофейню или бизнес-проект такой-то. Это должно быть что-то очень конкретное и материально ощутимое. Я работаю с душой и психикой человека, да, казалось бы, то, что нельзя пощупать, но проекты, которые я создаю, их можно пощупать, можно увидеть. Это шоу, это там соцсети, это там книга, карты, это все равно в материи это проявлено. Вот, и когда вы найдете ответы на эти вопросы, когда вы искренне это сформулируете и начнете в эту сторону двигаться, вам по-любому на реализацию потребуются деньги. Понимать, какие это суммы, и ровно эти суммы дальше вы будете создавать. Есть у денег еще такая особенность, что маленькие деньги нужно зарабатывать, большие деньги нужно создавать. Что значит создавать? Это значит создавать какой-то проект-ценность для людей. Когда ты создаешь какую-то идею или проект, в котором могут поучаствовать другие люди, им это интересно, нужно и закрывает потребности людей, и люди готовы за это заплатить. Тогда вы создаете. Вот.
Я думаю, на этом все. Давайте заканчивать. До новых встреч.